Ну, а теперь то, о чем я не хотел говорить, и что открылось уже после моего развода. Рассказывая о своих женах, я месяца полтора назад сделал большой материал на платформе «Караул» полностью. Я ничего плохого ни о ком. А зачем? Всяко бывало, но а зачем? А вот сейчас могу сказать только об одной истории. Искренне могу рассказать, как мы разошлись на самом деле. И почему мне даже... Я на одном гектаре с этой публикой, но я бы пошел сейчас. Я люблю, когда глаза в глаза, а не потом задним числом. Я бы пошел поговорить, на эти лица посмотреть, это всю хрень послушать, несколько вопросов задать, ну и показать свои аргументы. Хотя эти пленки, конечно, лучше, о чем она думала, но не важно. 9 мая. А моя бывшая жена Юлия Алексеевна Мареева, она с Украины. Она, по-моему, родилась в Москве, но ребенком ее перевезли в Киев маленьким. И она там жила годы. Там закончила школу. У нее был специфический класс, хорошая школа. Там же живут, жили, не знаю, живы они сейчас или нет, думаю, что уже нет, наверное, деда нет. Ее дед и бабушка, которым я помогал спасти жизнь, не нуждались в лечении. Когда шел один из судов, адвокат Нянькина представила бумагу, что бабушка Мареевой, скромный работник пищевой промышленности, оказывается крупнейший антиквар. То есть Мареева так богата по бабушкиной линии, что у них этот антикварных картин, мебели, не знаю, еще чего-то, дома ломятся. Ничего у них нет абсолютно. Но не важно. Лжесвидетельство – это отдельная история о том, что такое адвокаты и как они… Почему два года шел суд? Потому что адвокаты так старались, я потом рассказывал. И наврали в итоге. Там уголовка, там сидит нотариус Бубли, который у Мареева эти смс-ки заверяет. Там все по полу. Ну, я о другом. 9 мая. Мы сидим за столом. Дед сидит напротив меня. Дедушка, который воспитал мою жену. 9 мая праздник. Потом вдруг дедушка за столом говорит. Для меня это не праздник. И так с украинским акцентом, с таким ярко выражен. Я говорю, почему? Для меня это день скорби и печали. Я говорю, почему? Да, так сложилось, служилось. Мне же, когда было 15 лет, я в Гитлерюгенд служил. Я говорю, чего? А дед у Мареевой был очень крупный оператор. Он снимал Шелеста, Хрущева еще раньше. Правительственные съемки. Какой Гитлерюгенд? Да вот никто же не знает. Там мне мать поменяла фамилию. Когда пришли русские, это советская армия в Берлин. Мы тогда бежали к родственникам. И я понимаю, что за моим столом, ну как карта легла, у меня в доме сидит человек, не могу назвать его фашистом, но он мне открыто говорит, что он в 15 лет служил в Гитлерюгенд, то есть служил в вермахте. И совершенно спокойно мог расстрелять, будучи немцем, Гитлерюгенд, мою бабушку, моего деда, да и меня, если бы я был постарше, поскольку это была война. Я досидел еще сколько-то до конца этого праздника, потому что они все-таки в возрасте. Потом сказал своей жене, что все. Вот с этой минуты все. Извините. Я в общем, я провел эту самую историю у себя в семье. Это был 17-й год. А когда, не хочу сейчас совсем о грустных вещах, вот вопрос, эта женщина может убить, которая с тех пор ночей не спит, она мало взяла, как она признается. Когда случилась некая история, за моей спиной был какой-то суд,
в котором какие-то мои или что-то было признано, я не знаю, я про этот суд узнал через 2 года, как он закончился, то случайно, я даже решения суда не видел, поэтому я одну историю опускаю, но после некоторых событий моя бывшая уже жена бежала на Украину, уехала на Украину к дедушке с бабушкой. А уж как складывались ее отношения с одноклассниками, так случилось, что из этой школы вышел не один человек, который потом оказался в руководстве правого сектора, в руководстве. Что там было, это, наверное, отдельная история, потому что я позже когда-нибудь ее расскажу. Я предупредил Добродеева. В студии государственного телевидения, мало того, что по-градскому хотели сделать гадость, мало того, что вот над Володей Кореневым, великим ихтиандром, моим другом издевались, вы сейчас окажетесь в ложной ситуации. Государственное телевидение не может быть смешным и не может врать. А у вас в студии формируется то, что формируется. Пусть следствие, если оно начнется, даст этому оценку. Я же не хотел. Я ушел и до свидания. Захотелось большего. Малахов подвернулся. Как мне быть? Довести все до конца? Заслужили? Я хочу знать мнение моих зрителей. Мне очень интересно, что скажут. У нас в общей сложности нас 4 миллиона. Когда я судился с Минюстом, чтобы сняли эту глупость, эту иностранный агент, я, по-моему, единственный человек в стране, в передачах которого, или в «Неизвестной России», или в фильме «Лидер» сейчас, снимались все ведущие оборонщики страны. Директора заводов десятками. Создатели ядерного щита, не только академик Соломонов, создатель булавы, тополь Ярс, тополь М, мобильного тополя, тополя просто, или булавы и Ярса. Не только он. Кашин, другие мастера, великие мастера-оружейники. Аркадий Шипунов, мы с ним были очень близки, это величайший тульский оружейник. Аркадий Шипунов сделал для советской оборонки столько, сколько Курчатов для физики. Не, все равно иностранный агент. Почему? Потому что у меня гонорары от YouTube. Вот и все финансирование. Так, про гонорары это в законе про иностранных агентов. Ничего не сказано. Гонорары у всех. Да копейки гонорар. Нифига. Я со всем этим разберусь. Я вот сейчас прошу все-таки у моих зрителей совета. Добиться возбуждения уголовного дела, написать заявление. Бастрыкин быстро, что тут разбираться, если есть решение 6 судов. Если нотариус уже в тюрьме сидит, а по нянькиным Минюст, их двое, муж с женой, он не раз выносил свои бумаги какие-то о их статусе. Не знаю, чем закончилось. Стоит? Вот телевидение России показало себя, какое оно сегодня. Стоит довести до конца? До очищения? Думаю, да. Но я хочу знать мнение своих зрителей и жду результаты некого вопроса, который мы вот так заочно. Давайте проведем.